сегодня мы решили съездить на море, наше Питерское море, на Финский залив, позагорать и покупаться, если будет возможность. Так что вышли на станцию метро Беговая, это новая станция, которая прямо выводит в парк туда, в 300-летие, и через него можно выйти на пляж Финский залив. Ну вот она, башня Газпрома, Лахта-центр, которая видна с моего балкона, на фоне которой я снимаю все питерские события, если снимаю с балкона. А тут вход в парк. Пошли здесь зайдем. С собачками заходят люди через решетку прогуляться. Парк 300-летия. Такой вот интересный, приличный, хороший, ухоженный, травка газонная, парк. Ухоженный, красивый парк. Сколько он? Лет 10-12 существует только. Ну, если парк 300-летия Петербурга, да. Петербургу 300 лет исполнилось в 2003 году. Парк в 2003, да, 300-летие Петербурга. Такой фонтанчик. Дети в нем играют. И мама ручки моет. О, умываешься? Туда аллейка, уже на парк, видимо. Ой, на пляж. Наверное, там тоже есть пляж. Ну, а мы пойдем другим путем. Там еще один фонтанчик покажем. Вот такой флажок. Главная колонна, главной центральной аллеи. И там как раз этот фонтан, второй главный фонтан парка. Ну вот люди пришли позагорать в парке, прямо почти как в гайд-парке. Значит, тут по газонам ходить можно, не то что... Да, здесь ходу. Можно по газонам, это же тебе... как в Англии. Мама, как всегда, жжет. Мама жжет. Мы приехали на пляж и вот туда. А тут Лахта-центр. Та-дам! И вот он, она, главная аллея с розами. Вот какие розы. И вот этот фонтан, про который я говорила, где любят в жару купаться дети. Люди ходят, фотографируются фонтаном. Выход уже на пляж. Пляж Финский залив. Тут вот у нас находится стадион Газпромовский. Газпром-арена. Ну, а что же переименуют в Зенит? Вот такой вот пляж Финского залива, куда мы сегодня идем загорать и купаться. С утра людей пока немного, поэтому место забьем. А на противоположный берег прибывают большие международные корабли. Сейчас порт, видимо, закрыт, потому что границы закрыты. Обычно вот там вот стоят очень много больших лайнеров. Это порт Санкт-Петербург. Международный порт Санкт-Петербурга. Там находится. Ну, вот он, Финский залив. И это и есть наше Балтийское море. Люди купаются, дети бегают. Ну, вообще тут мелководный такой пляж для детей как раз. Такие небольшие волны, приливчик.
какой-то фрегат еще стоит в заливе. Интересно, что это? Не алые же паруса. Хотя, кто знает. В общем, вот такой вот он. Пляж в Санкт-Петербурге. Вода такая хорошая, теплая-теплая. И что тут написано? Купаться запрещено. Кто-то все-таки купается, поплыл. Торпеда. Пыхтит. Заходим в ели. Еловый лес. Как интересно. Застряла я. А чё, хорошо так среди елей походить. Центр. С пляжа, а люди еще и идут на пляж. Сколько сейчас? Около 2 часов. Проснулись. Но рано встает, тому Бог дает. Мы уверены. Че Бог дает? Кто рано встает? Солнышко. Вот тут, конечно, люди выглядят расслабленными, такие, с полуулыбочками.
как англичане.